Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я разыграю следующие три подарка с трех видео. Это будут у нас автотовары из Китая, электроника из Китая и 10 крутых и полезных товаров для кухни. Так, поехали! Автотовары из Китая. Нужно было написать, какая у вас машина, и приз любой товар до 200 рублей. Ищем победителя. Чулпан Архиреева. Переходим на канал, проверяем подписочку и лайк. Так, подписочки. Подписочка есть, вижу. И ищем лайк. Автотовары. Так, лайк есть, вижу. Чулпан Архиреева, я вас поздравляю. Под этим видео оставьте, пожалуйста, свои данные на ВК или напишите же мне в ВК. Едем дальше. Электротовары. Нужно было написать в комментариях, какой у вас любимый фильм. Приз – тестер напряжения сети. Ищем счастливчика. Интересное название канала. Я его не выговорю, но победитель увидит. Проверяем подписочку и лайк. Подписочка есть, я вижу. Ищем лайк. Так, автотовары, ищем электро. Электро, электроника есть. Лайк есть. Все супер. Оставьте, пожалуйста, свои данные на ВК или напишите же мне ВКонтакте. Данные оставляйте под этим видео. А мы едем дальше. И последнее, третье видео. У нас 10 крутых и полезных товаров для кухни. Национальное блюдо нужно было написать, какое у вас. И 100 рублей на счет мобильного телефона. И смотрим счастливчика. Что-то долго у нас ищет. Зависло, наверное. Мы перезагрузим, ничего страшного. Вот, информатив видео, информативное видео, смотрим, пельмени, участвую, окей, все есть. Так, смотрим подписочку и лайк. Подписочка есть. И лайк есть, супер, 10 крутых и полезных товаров для кухни. Все супер, поздравляю, информатив видео. Оставьте, пожалуйста, свои данные под этим видео, и я с вами свяжусь, или же свяжитесь со мной в ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за участие, участвуйте еще будет много-много призов. Всем пока!